Всем привет, дорогие зрители и гости канала Instant Studio. Как я вам обещал, я продолжаю цикл видео, посвященный конкурсу песни Евровидения 2017, который пройдет в Киеве. Сегодня, 24 февраля, в Киеве, возле здания КПИ, в котором проводится национальный отбор, будет съемка красной дорожки, на которую я пришел и подготовил плакат. Я буду за Таяну, как и, собственно, Леня. Мы приехали слегка раньше, было назначено на 4:30, сейчас примерно 5 часов дня. И как мы видим, еще мало что подготовлено. Сзади меня находится здание КПИ. И как мы можем видеть, красную дорожку еще до сих пор не сделали. Ее все еще ремонтируют и устанавливают. Так что мы пришли сюда пораньше и будем ждать, когда начнется само действие. Я обязательно покажу вам, как все происходит. Вот так выглядит мой плакат. Он еще включается, но сейчас днем не видно, как он горит. Но уже вечером будет красиво. Спустя так много времени мы наконец-то стоим возле красной дорожки, и сейчас должно все начаться. Смотрите, здесь куча машин, это машины спонсора. Оттуда, наверное, будут выходить участники и проходить по вот этой красной дорожке. Смотрите, вот красная дорожка, и она ведет прямо туда внутрь. Вот, мы стоим, у нас есть плакаты, у Лени плакат, у меня плакат, мы вам показывали, нас поставили в первый ряд, потому что у нас плакаты есть, так что будет хорошо все видно. Потом я спасибо всем, что пришли! Мы только что 4,5 часа стояли вот здесь, вот этой толпе. Мы стояли, хлопали, кричали, аплодировали. Вот, я стоял со своим плакатом, на котором я сейчас сижу, но не в этом суть. У меня болят ноги, потому что нужно было стоять все это время. Здесь уже почти 9 часов вечера, хоть обещали, что будет до 8 часов вечера. И знаете, нам подарили билеты. Билеты на финал, который будет завтра. Подарили за плакаты, за то, что у нас классные плакаты. Их оценили и подарили билеты.